Всем привет! Продолжаем разбираться с CSS Grid. Итак, что же из себя она представляет? Это как бы сетка. Дело в том, что вот сейчас вот посмотрите на экране у меня приблизительно схематически я попытался вам показать, как будет видеть браузер вот то, что вы напишете. То есть он как бы любой макет покрывает вот такой вот сеткой невидимой. Я просто сделаю тут по толщине, чтобы вам было понятно. И потом вы ему просто, ну, как бы объясняете, сколько колонок будет использоваться. То есть сколько, ну вот, или колонок, или столбцов будет использоваться. И вы ему говорите, например, вот, как в данном случае макет вот накладывается. Я хочу, чтобы вот в этой части, вот, например, там, был расположен баннер вот в этой части. И вот вы ему указываете, вот у вас баннер, например, расположен здесь. Он занимает там условно две колонки, два столбца, две строки, две колонки. Или, например, вы хотите, чтобы у вас там какой-то элемент там, был там меню отдельное, оно занималось именно вот тут. То есть вы его размещаете, например, здесь. Или вы хотите, посмотрели и решили изменить и сделать там, например, логотип, чтобы был вот так вот размещался тут. Потом основной блок с листающимся слайдером каким-нибудь размещался вот именно на этом промежутке. И таким образом вы вот так вот заполняете как бы свой документ. То есть он понятно, что он может продеваться туда вниз и иметь большое количество либо колонок, либо столбцов. И вы просто так размещаете. Вот это как бы и является основной такой вот передовой такой частью в CSS Grid. Потому что раньше вам приходилось там придумывать, как вот его относительно чего его выделить, ну, как бы разместить, позиционирование абсолютно, относительно использовать такие вещи. Или вот еще один вариант, как можно это сделать, это использование флексбокса технологии. Ну, в данном случае мы пока говорим о гриде, и это как бы основная его фундаментальная вещь. То есть, как бы на такую сетку накладываются, вы сами уже размещаете эти все элементы. Как оно работает вживую, давайте я вам сейчас покажу. Мы включаем. У меня уже включен мой браузер, включен live сервер. Вот, обратите внимание, вот тут вот внизу нажимаем на live сервер, и оно тогда меняет порт 5500. Создайте вот такую вот папочку, ну, в данном случае 002 CSS Grid Fundaments, и в ней индекс. Так, я это чуть-чуть уберу. У меня подгружены стили из нашего файла assets, и теперь я буду как бы рисовать вам эти элементы. Как оно работает? Сначала, естественно, мы создадим блок контейнер. В нем будут храниться все наши элементы. Все элементы, их будет порядка 10 штук. Сейчас, чтобы их быстрее создать, мы напишем такую конструкцию. Вот так, у нас есть 10 элементов. При сохранении вот они, видите, слева же они у меня отобразились. На текущий момент все стили подгружаются, которые есть, они подгружаются отсюда. То есть у них есть бэкграунд в виде желтенького цвета, то есть сам фон вот такой вот. И все мои блоки имеют по ширине вот такую вот, ширину. Что мне необходимо сделать? Чтобы не переключаться между файлами здесь и здесь, я буду писать стили под моими элементами, ну, в рамках тега body. Будьте внимательны, я их буду писать вот тут. Я создам отдельно тег style, чтобы вы сразу видели элементы, стили и сразу же элементы здесь. Итак, прежде чем я хочу как бы вот начать разговор о CSS Grid, как оно будет выглядеть, я вот, естественно, задам вот это значение, вот посмотрите, контейнеру. Я ему и задам вот это значение display grid. Я беру мой контейнер. Делаю ему просто display grid. Как только я это делаю, вот сейчас вот у меня вот это вот значение контейнера, оно, то есть у него свойство уже есть grid. Но у меня не установлены никакие дополнительные значения, которые позволяли бы этому гриду как-то разместить по колонкам или строкам.
Поэтому он ничего пока не поменялось. Следующий элемент, который мне необходимо будет задать, это задать, сколько у меня колонок будет в моем, ну, в моей вот этой вот лейауте грида. Для того, чтобы это сделать, у меня есть специальное свойство grid template columns. И тут я говорю, вот, например, я хочу сделать три колонки по 100 пикселов. И сохраняю. Посмотрите, пожалуйста, вот теперь у меня весь мой макет предполагает, что вся вот эта ширина у меня 300 пикселов, каждая колонка по 100 пикселов. Но высота колонки сейчас определяется тем, что находится в содержимом. Так как там сейчас просто цифры, вот высота колонок плюс небольшие отступы, то есть вот эта вот высота. Ширина колонок у меня работает по такому принципу. Как я могу это использовать? Ну, я могу, например, сделать еще одним параметром. Я могу добиться отступы, чтобы были отступы между этими элементами ячеек. Для того, чтобы это сделать, у меня есть такой инструмент, который называется GridGap. И я могу там задать ее там 20 пикселов. Сохранить. Вот у меня теперь между каждой ячейкой есть отступ по 20 пикселов. Как это работает дальше и как это можно усложнять, мы поговорим, конечно, об этом дальше, будем дальше рассказывать. Ну вот, например, станет вопрос, а вот если я, например, только использую 100 пикселов, могу ли я как-то там менять эти размеры, то есть чтобы оно не было только по 100 пикселов? Конечно, вы можете, например, делать такие вот всевозможные работу с этим. Например, вот этот у меня колонка, то есть, чтобы они не были одинаковые, там 100, это 500 пикселов, а это там, например, условно 50 пикселов. То есть, если я это сохраняю, вот посмотрите, вот так вот будет выглядеть мой макет. Вот он получается таким образом. Или, например, у меня стоит ситуация немного другая. Мне надо сделать как бы первую колонку, это там будут какие-то новости. Вторую колонку, она у меня будет автоматически меняться ширина. Прошу прощения. И, например, вот так вот оставим. Хоп, давайте вот так сделаю. Смотрите, что у меня происходит со второй колонкой. Вторая колонка у меня меняет размер автоматически, в зависимости от того, что у меня написано здесь. Вот, видите, авто, и вот в зависимости от размера экрана. Вот такие вот элементы. Или, например, там конструкция. Вот, мне надо сделать жесткое левое меню слева. А все остальное содержимое, ну, например, оно будет автоматически. Видите, большое преимущество заключается в том, что те ячейки, которые не поместились в одну строку, они автоматически перебрасываются на следующую строчку. И вот у меня первая ячейка жесткая, вторая у меня такая вот. Следующий элемент, который мне необходимо понять, то есть если у меня происходит вот такой вот как бы работа с колонками, то я работаю вот так вот, задаю это. Я могу, сейчас вот высота у меня в зависимости от содержимого меняется. Если я хочу работать больше на, ну вот работать именно с высотой, то для этого мне необходимо поступить немного по-другому, а сделать вот это свойство вот так вот. И, например, написать здесь, ну, сколько там может быть, 100 пикселов, 400 пикселов, 200 пикселов. И сохранить. Смотрите, так. Ой, прошу прощения. Rows. Вот. Все теперь стало в одну колонку, но только теперь разбито на строки. Причем те, которые у меня заданы, в данном случае первая, вторая и третья строка, они являются, имеют высоту 100, 400 и 200 пикселов соответственно. Все остальные строки, которые не попали в это форматирование, они как бы заполнены просто содержимым на вот этой вот конструкции. Поэтому комбинация вот этих вот значений Grid Template Rows и Grid Template Columns, она позволяет вам как бы сделать ваш основной макет, описать его. Или, например, есть еще для того, чтобы работать с Grid Template Columns, если у вас, например, там, скажем, одинаковые по размеру колонки, то вы можете не писать вот там вот, вам надо 5 колонок,
И вы вот это вот пишете там 100 пикселов, 100, 100 и так дальше, дальше. Вы это не делаете, вы можете воспользоваться такой функцией, написать, что у вас есть функция repeat, например, 5 колонок, и каждая ширина каждой колонки 100 пикселов. Когда вы это делаете, вот посмотрите, что у вас происходит. 5 колонок по 100 пикселов одинаково. Либо вы можете тут написать авто. Все. И у вас автоматически, смотрите, что происходит. Ширина колонок меняется. Но у вас их 5. В принципе, это как бы базовая часть, которая нужна была для понимания CSS грида. Мы будем дальше двигаться в следующих уроках. На этот момент этот урок окончен. До следующей встречи.